Здравствуйте, занимаюсь сборкой мебели. Вот решил рассказать про фонарик. Пользуюсь им недавно, где-то неделю. Ну, в принципе, фонарик хороший, правда большой. Можно было бы сделать бы поменьше, как бы. А так он такой массивный, ложится в разных положениях. Крючок есть, ну крючок такой вот. И у него еще есть один минус. Плюс то, что он светит очень хорошо. Но у него нет режимов никаких. Я вот и клацал уже, и зажимал. Светит он в одном положении, но светит очень хорошо. В принципе, покупкой очень доволен. Насколько его хватает, еще не знаю. Одни заверяют на 6 часов работы с маленьким аккумулятором, другие на 3 часа работы. Ну, в принципе, вы же не будете использовать его по 6 часов, если только на природу выехать. То все равно, я думаю, у вас есть хотя бы два аккумулятора. Ну, если у вас хватает инструмента, то еще есть такие аккумуляторы. Так что, я думаю, у вас проблем не будет с ним. Так, девайс очень такой годный. Правда, сделали поменьше его. Ну и режимы были хотя бы два там.